Добрый день, господа. Позиция нож для торта. Выпускается он вот в такой вот подарочной упаковке. Вот так он выглядит. То есть, с одной стороны, он имеет заостренную форму для того, чтобы можно было разрезать торт. То есть, регулируя, разжимая и разжимая, можно регулировать толщину кусочка. Также он является одновременно щипцами. То есть, отрезав кусочек, зажав, вы аккуратно переставляете его в тарелку. Итак, нож для торта. Всем удачи в продаже.